конце мы будем помнить не слова наших врагов, а молчание наших друзей. Мартин Лютер Кинг. Климатологи всего мира говорят нам, что верхней планкой безопасного уровня выбросов в атмосферу углекислого и других парниковых газов будет около 350 частей на миллион, а мы уже достигли 400. Они говорят, что лучшее, на что мы можем надеяться, безопасных последствий, таких как засуха, голодание, войны, вымирание видов, это повышение температуры не более чем на 2 градуса по Цельсию. Мы быстро к этому приближаемся, и учитывая весь углекислый газ, который уже есть в атмосфере, мы быстро превысим эту норму. На наших глазах начало происходить новое массовое вымирание видов на Земле, которого не было со времен вымирания динозавров. Когда целые страны погружаются под воду из-за повышения уровня моря, когда страны понимают, что из-за засухи они не в состоянии прокормить свое население, и в результате они вынуждены переселиться в другую страну или захватить ее, я хочу сказать, что в будущем нас ждут климатические войны. А что насчет сельскохозяйственных животных и животноводства? А что насчет них? Меня зовут Кип. Это я. У меня было типичное американское детство. Моя мама учительница, отец военный, у меня одна сестра. В юности я занимался разнообразными видами спорта, но особенно я любил проводить время на открытом воздухе, на природе. Жизнь была простой, никаких забот. А потом появился этот парень. Как и многие, я посмотрел его фильм «Неудобная правда» о глобальном потеплении. Он меня здорово напугал. В этом фильме он говорит, что Земля находится в опасности. Изменения в климате сказываются на всей жизни планеты. От ужасающих ураганов, бушующих лесных пожаров, засухи, таяния ледников, окисления океанов до целых стран, уходящих под воду. Все это может быть вызвано активностью человека на Земле. Ученые предупреждают, что если мы не примем решительные меры и не исправим наше воздействие на окружающую среду, то нам на этой планете останется не более 50 лет. Я хотел сделать все, чтобы помочь. Тогда я четко для себя решил, что изменю свой стиль жизни и сделаю все возможное, чтобы найти способ для всех нас жить в гармонии с планетой постоянно. Я начал делать все, что Эл сказал нам делать. Я стал ОКЗ, обсессивно-компульсивным защитником окружающей среды. Я отделял мусор от перерабатываемых отходов, заменил лампочки, меньше времени проводил в душе, выключал воду, когда чистил зубы, выключал свет, когда уходил из дома, и использовал велосипед вместо машины. Но время шло, и мне казалось, что все становилось только хуже. Я задумался о том, что со всем этим бесконечным экологическим кризисом, даже если мы все изменим свои привычки для сохранения нашей планеты, будет ли этого достаточно, чтобы спасти ее? Казалось, что в этой истории должно быть что-то еще. Я думал, что я делал все возможное, чтобы помочь спасти планету. Но все изменилось после того, как я увидел одну запись моего друга. В записи была ссылка на доклад, опубликованный ООН, в котором говорилось, что коровы производят больше парниковых газов, чем весь транспортный сектор. А значит, выращивание крупного рогатого скота производит больше парниковых газов, чем все автомобили, поезда, корабли и самолеты вместе взятые. 13% в сравнении с 18% от животноводства. Все потому, что коровы производят большое количество метана в процессе пищеварения. Этот метан в 25-100 раз разрушительнее, чем углекислый газ от автомобилей. Я повсюду ездил на велосипеде, чтобы уменьшить количество выбросов, но оказалось, что это не единственная причина, влияющая на изменение климата. Я провел исследование. ООН вместе с другими организациями заявили, что животноводство не только играет важную роль в глобальном потеплении, оно также является основной причиной потребления ресурсов и деградации окружающей среды, которые уничтожают планету. Почему я об этом ничего не знал? Я думал, что такая информация должна быть известна защитникам окружающей среды. Я посетил сайты крупнейших экологических организаций в стране.
350.org, Greenpeace, Клуб Сьерра, Климатическая реальность, Общество защиты тропических лесов, Наблюдение Амазонки. Для меня было шоком то, что у них не было никакой информации о животноводстве. Что происходит? Почему они не предоставляют данные об этом? Казалось, что главные проблемы для них — производство природного газа и нефти, где фрекинг для добычи сланцевого газа стал одной из самых острых проблем за счет использования воды и производимых загрязнений. Гидроразрыв пласта для добычи природного газа использует огромное количество воды. Цифры ошеломляющие. 379 миллиардов литров воды ежегодно используются в США. Но когда я сравниваю это с животноводством, только в США на животноводство уходит 130 триллионов литров воды. И как оказалось, выбросы метана в обеих отраслях почти равны. Живя в Калифорнии, штате, страдающем от нехватки воды и засухи, многих из нас заботит вопрос использования воды. В среднем на каждого калифорнийца приходится 5700 литров воды на день. Однако половина объема употребляется из-за потребления мяса и молочных продуктов. Так, мясные и молочные продукты невероятно водоемки, отчасти потому, что для откорма используют очень водоемкие зерна. Это то, что они едят. И вся вода, использованная при выращивании зерна, что животное ест, считается частью природы, затраченной для производства этого продукта. Я узнал, что на один гамбургер весом в 100 грамм требуется более 2500 литров воды. Я принимал быстрый душ, чтобы экономить воду, и узнал, что всего один съеденный гамбургер эквивалентен приему душа в течение целых 2 месяцев. Так много внимания уделяется снижению использования воды дома, но бытовое использование воды в США составляет 5% по сравнению с 55%, используемыми в животноводстве. Это потому, что на производство 450 грамм говядины уходит свыше 9,5 тысяч литров воды. Я пошел в управление водных ресурсов. Компания «Сохраним нашу воду» с основами изменения поведения для экономии воды, такими как использование ограничителей потока для душа, водосберегающих унитазов, эффективной бытовой техники, починка протекающих кранов и распылителей. Но не ничего о животноводстве. Когда я использовал все рекомендации правительства, я сохранил 178 литров воды в сутки. Но даже это все не идет ни в какое сравнение с 2500 литров воды для одного единственного гамбургера. Я хотел попробовать поговорить с правительством по этому поводу. Я звоню записаться на прием. Да, это можно. Когда вам удобнее, сегодня или завтра днем? Завтра днем хорошо. Для городской среды многое можно сделать. В домах вы можете использовать насадки, ограничивающие поток в душе, краны низкого потока, эффективные туалеты, водоэффективную бытовую технику. В этих областях помощь неоценима. Но больше всего можно сэкономить на улице. Мы должны помнить о том, как мы используем воду. Мы должны использовать воду эффективно, защитить ее качество и заботиться об окружающей среде, от которой зависит качество воды. Проверьте свои разбрызгиватели поливальных систем. Они часто текут. Сломанные распылители и все в этом роде, что расходует воду понапрасну. Это области, в которых можно сэкономить. Тема животноводства часто затрагивалась. Можете ли вы хоть что-то прокомментировать о том, какую роль это играет в потреблении воды и загрязнении? Это, я имею в виду, что это не моя область. В одном исследовании сказано, что для получения 450 грамм говядины нужно 9,5 тысяч литров воды. Да. Для такого же количества яиц — 1800 литров воды. Для сыра — почти 3400 литров. Меня интересует, почему этого нет в программе «Сохраним нашу воду». Это как если бы вы пошли в чей-то дом, например, у моего соседа кран течет. И вот вы видите этот гигантский шланг, из которого на полной мощности хлещет вода. 2500 литров воды выбрасывается на улицу и затапливает ее. Я думаю, вы бы сказали: «Эй, пожалуйста, закройте кран». Кажется, это огромное дело, которое можно сделать. Гораздо больше, чем все остальное. Если это действительно так. Я думаю, что животноводство использует больше воды, чем какой-либо другой вид деятельности. И не может быть никаких сомнений по этому поводу.
Это было бы действительно эффективно. Вместо того, чтобы ждать, когда начнется засуха, почему бы нам не начать сейчас? Почему бы не сказать тому, кто руководит компанией «Сохраним нашу воду»? Давайте уговаривать людей на сокращение потребления мяса прямо сейчас, потому что у нас есть эти данные. Я не думаю, что это случится. Почему? Из-за того, как правительство здесь настроено. Это интересно, но почему? Одно дело управление водными ресурсами, но совсем другое — изменение поведения людей. Принимать душ — это тоже поведение. Не поливать свой газон и все такое — это все изменение поведения. Правительство не хочет говорить об этой проблеме. Его неспособность ответить, наряду с молчанием организации на тему животноводства, создало впечатление, что что-то там нечисто. Я еще больше углубился в исследование пагубного воздействия животноводства и выяснил, что ситуация даже хуже, чем я думал. В 2009 году два советника Всемирного банка выпустили отчет об анализе антропогенных парниковых газов. Выяснилось, что на животноводство приходится не 18%, как следовало из данных ООН, а на самом деле 51% всех парниковых газов. 51%! Но мы только и слышим о сжигании ископаемого топлива. Эта цифра появилась в связи с вырубкой тропических лесов под пастбища, дыхание, других отходов животных. Таким образом, это делает животноводство главным соучастником антропогенного изменения климата. Но не только это. Я узнал, что разведение животных для еды потребляет треть всей пресной воды планеты, занимает до 45% земной суши, несет ответственность за 91% разрушения Амазонки, является ведущей причиной вымирания видов, мертвых зон океана и разрушения среды обитания животных. Тем не менее, крупнейшие экологические организации мира, которые, предполагалось, спасают планету, нигде не упомянули об этом. Мне необходимо поговорить с ними и выяснить, почему они обходят эту проблему стороной. Я отправил десятки электронных писем, сделал огромное количество телефонных звонков. Ждал часами, дни стали неделями, недели месяцами. И по каким-то причинам никто не хотел говорить со мной об этом. Так странно. Я так долго поддерживал эти организации, и сейчас мне отвечают молчанием. Однако я связался с несколькими авторами-экологами и активистами, желающими это обсудить. Я завел свой находящийся на заслуженном отдыхе фургончик Суперсини и отправился в путь. По моим расчетам, даже если с этого дня мы больше никогда не будем использовать нефть, газ или другое топливо, мы все равно максимально превысим углеродоэквивалентную норму допустимых выбросов парниковых газов в 565 гигатонн к 2030 году. Даже не принимая в расчеты сектор электричества или энергетический сектор, попросту выращивая и поедая животных. Если уменьшить выбросы метана, уровень в атмосфере снизится довольно быстро, в течение десятилетий. Сравнивая это с углекислым газом, если уменьшить его выбросы в атмосферу, то это никак не отразится на ней лет 100. Главный соучастник каждой экологической проблемы, известный человечеству, уничтожение лесов, использование земель, нехватка воды, социальная нестабильность, мировой голод, список можно продолжать. Эту проблему игнорируют те самые люди, которые должны ей заниматься. 10 000 лет назад свободно живущие животные составляли 99% биомассы, а люди всего 1%. Сегодня, всего 10 000 лет спустя, что на самом деле очень маленький промежуток времени, люди и животные, которыми мы владеем, как собственностью, составляют 98% биомассы. Дикие, свободно живущие животные — всего 2%. Мы практически украли весь мир, землю у свободных животных под наши нужды. Для наших коров, свиней, кур и рыбы, выращенной на фермах. Океаны еще более опустошены. Обеспокоенные специалисты, занимающиеся исследованием вымирания видов, соглашаются, что основными причинами вымирания видов на Земле, свидетелями которых мы являемся, являются чрезмерный рост пастбищ и разрушение мест обитания под нужды животноводства, а также чрезмерный вылов рыбы, который я называю рыболовством в наших океанах. Происходит самое массовое вымирание видов за 65 миллионов лет. Тропический лес вырубается со скоростью 0,4 гектара в секунду. И движущая сила всего этого — животноводство.
животноводства. Лес вырубается под пастбище. И для выращивания сои, трансгенной сои, которая идет на корм коровам и свиньям, курицам и рыбе, выращиваемой на фермах. 91% уничтоженного тропического леса был вырублен, чтобы выращивать сельскохозяйственных животных. Основная причина разрушения окружающей среды – животноводство. Не понимаю, почему крупнейшие мировые экологические организации не поднимают этот вопрос, если их основная миссия – защита окружающей среды. Они только и делают, что говорят. Используйте меньше угля, пользуйтесь велосипедами. Как насчет того, чтобы сказать «мясо меньше ешьте»? Думаю, они провели опрос и выяснили, что эта тема заведомо проигрышная. Да, потому что эти организации существуют на членские взносы, знаете, большинство из них. Они хотят как можно больше взносов от населения. И если выяснится, что они против мяса, или побуждают людей отказаться от ежедневных привычек, от чего-то настолько дорогого, это может ударить по сбору средств. Они не хотят обращаться к основной проблеме – разрушение окружающей среды, животноводству, потому что они занимаются бизнесом. Они хотят быть уверенными, что у них будут стабильные источники финансирования. Пару лет назад меня пригласили на встречу с Элом Гором. Я сказал про метан, он этого отстранился, сказав, «Достаточно сложно заставить людей думать об углекислом газе, не надо их путать». Проблема в том, что много организаций со слишком узким фокусом. Они не хотят менять привычную тему, чтобы не рассердить определенную группу людей, которая может сильно осложнить им жизнь. Основные природоохранные организации ни о чем вас особо не просят. Живите, как и жили, но время от времени меняйте лампочки. Меньше ездите на машине, используйте меньше пластика, больше сдавайте на переработку. Так лучше для сбора средств и лучше для их профиля. Разыграть спектакль с жертвой и злодеем. Это как если бы речь велась о неблагополучной семье, где отец алкоголик, но об этом никто не говорит вслух. Все данную тему обходят, но именно это разрушает отношения в семье, поскольку никто не хочет об этом говорить. Как организации могут этого не знать? Проблема у них прямо перед носом. Сейчас можно с уверенностью утверждать, организации из кожи вон лезут, чтобы показать общественности, что изменение климата вызвано деятельностью человека. И пока они заняты этим, то отказываются видеть очевидное прямо перед глазами. Животноводство, разведение и убийство животных для еды. Именно это разрушает планету. Все, никаких электронных писем и звонков. С меня хватит. Я понял, что за ответами надо ехать и лично обращаться в штаб-квартиры организаций. Привет, как дела? Привет. Мы снимаем полнометражный документальный фильм об устойчивом развитии и роли животноводства в нем. Как дела? Мы хотели бы поговорить с Дэвидом Барром. Барр? Да. Хорошо, вам назначено. Мы уже 2 месяца пытаемся. Нам даже на письмо не ответили. Хорошо. Мы бы хотели встретиться. Позвольте мне... Вместо него вышел специалист по связям с общественностью. Она не хотела, чтобы ее снимали, попросила выключить камеру, но обещала, что кто-нибудь из их отделов тропического леса, океана и изменения климата с нами наконец-то поговорит. Следующая остановка — посетить Сьерра-клуб. Они оказались более восприимчивыми, когда я появился у них на пороге. Привет, как дела? Какова основная причина изменений климата? Сжигание большого количества ископаемого топлива. Знаете, такого как уголь, природный газ, нефть, битуминозный песок, горючий сланец, все новое экзотическое горючее, их гибридные виды. Все это выбрасывается в атмосферу. Возникает парниковый эффект, где тепло попадает в ловушку. Температура стремительно растет. Небывалыми в истории Земли темпами. А как насчет сельскохозяйственных животных и животноводства? Что насчет? Проводя данное исследование, в нескольких докладах ООН говорится, что влияние животноводства значительнее, чем влияние всего транспорта вместе взятого. Вот отчет World Watch за 2009 год. На долю животноводства приходится 51% выбросов парниковых газов. Да, хорошо.
Это большая проблема, ей также надо заниматься. Но, знаете, существует столько разнообразных потенциальных источников выбросов метана и углерода. Если основная проблема – животноводство и потребление мяса, разве не на это следует обратить внимание в первую очередь или хотя бы во вторую? Хорошо, это ваша оценка. У нас другая оценка. Это было странно. Сегодня со мной связались из Greenpeace и сказали: «Приятно было познакомиться вчера». Мы посоветовались по поводу интервью с разными людьми в Greenpeace. И боюсь, что в данный момент мы помочь не сможем. Спасибо и удачи. Ответ Greenpeace напомнил мне статистику. Только в США ежесекундно сельскохозяйственные животные производят 52 616 килограмм экскрементов. В течение года ими можно было бы покрыть каждый квадратный метр Сан-Франциско, Нью-Йорка, Токио, Парижа, Нью-Дели, Берлина, Гонконга, Лондона, Рио-де-Жанейро, Делавера, Бали, Коста-Рики и Дании вместе взятых. Животноводство на Земле является причиной создания более чем 500 наполненных азотом мертвых зон в океанах всего мира. А это 246 тысяч квадратных километров лишенных жизни. Поэтому оценка состояния океанов всегда должна начинаться с открытого обсуждения животноводства на суше, чего не делают наши природоохранные организации. Океана – одна из самых больших и влиятельных организаций. Как и у других, данная тема не самая обсуждаемая. Я зашел на сайт моей любимой природоохранной организации – фонд серфингистов, чтобы узнать об их мнении. Большинство их компаний направлены на мусор и пластиковые пакеты, и ничего о животноводстве. Что больше всего загрязняет прибрежные воды? В смысле, да, я имею в виду, многое загрязняет. Мы называем это токсический коктейль. Потому что представляет собой многослойный источник. Тяжелые металлы из покрышек, тормозных дисков автомобилей, гербициды и пестициды. Все то, что мы оставляем лежать на земле. Что собирается вместе и выносится в океан. Трудно выделить что-то одно. Когда мы занимались нашим исследованием, то смогли выделить что-то одно. Мы беседовали с людьми и все больше и больше убеждались, чем-то одним является животноводство. По нашим подсчетам, животноводство — это загрязнитель воды номер один. Оно загрязняет воду больше, чем что-либо. Да, это интересно. Городские районы, как этот, в котором мы находимся, в Южной Калифорнии, мы этого не видим, так как здесь мало сельскохозяйственных ферм. Но если вы посмотрите в середине Атлантики, Мэриленд, Вирджиния, Северная Каролина, этот регион, я знаю, что там есть много птицефабрик и много свиноферм. И это создает большую проблему в плане отходов. Я был удивлен, что они не только не фокусируются на стоках животноводческих ферм, но они также не упомянули ни в одной акции о том, что наши океаны находятся на грани гибели. ООН сообщила, что 3/4 мест рыбных угодий в мире подвергаются чрезмерной эксплуатации, полностью или значительно истощены из-за чрезмерного рыболовства. Океаны переживают тягостные времена, как никогда раньше. Морские экосистемы в беде. Если мы не откроем глаза и не начнем принимать меры, то к 2048 году в океанах не останется никакой рыбы. Таковы прогнозы ученых. Когда люди говорят о рыболовстве, иногда они видят только животных, которых они употребляют в пищу. Мы не всегда обращаем внимание на животных, случайно оказавшихся в дрейфующих сетях, или других животных, убитых в индустрии. Если посмотреть, скажем, креветочный промысел, он сделал многое для опустошения планеты с точки зрения разрушения естественных барьеров. В прошлом году из океана было выловлено 28 миллиардов животных. Они не дают им шанс восстановиться. Они не могут размножаться так быстро. Они не возвращаются. Мы не даем им шанс. Океаны разрушены. Крупные виды рыб приближаются к вымиранию.
Сегодня для удовлетворения спроса на отлов 90 миллионов тонн рыбы люди используют огромные рыболовные сети. На каждый килограмм пойманной рыбы приходится 5 килограммов других нецелевых видов, которые оказались в ловушке. Дельфины, киты, морские черепахи, акулы, неумышленный прилов. Если мы представим, что такое происходит в африканской саванне, где мишенью являются газели, а в процессе мы захватываем каждого льва, жирафа, страуса и слона, и никто за них не заступается, в океанах подобное происходит каждый день. Лески и сети ежегодно убивают от 40 до 50 миллионов акул, как неумышленный прилов. Их плавники могут быть отрезаны, а могут и нет, но они попадают в сети, как неумышленный прилов, и все из-за рыболовства. Во многих случаях это возможно и при устойчивом рыболовстве для рыб, помеченных как устойчивые, такими организациями, как Океана, и другими экосертифицирующими организациями. Я думаю так, почему мы хотим отделаться одним лишь запретом на суп из акульих плавников? Если мы заботимся об акулах, а все эти организации действительно о них заботятся, да и общественность на данный момент тоже, если мы действительно заботимся об акулах, мы должны запретить рыболовство. Я зашел на страницу сайта самой большой группы по сохранению океана, чтобы увидеть, что они делают по этому поводу. На сайте вместе с речью генерального директора Энди Шарплес давался совет: лучший способ помочь рыбе – съесть рыбу. Я был поражен, когда прочел такую рекомендацию. С мировой популяцией рыбы, находящейся на грани краха, это все равно, что сказать «помоги вымирающей панде, съешь ее». Я не мог понять, как они могли такое сказать. Мы можем изымать из океана около 100 миллионов тонн рыб в год и усилим положительное влияние на мировой океан. Это происходило со многими близкими к вымиранию видами. Они были разорены и почти исчезли, и не восстановились под бдительным присмотром океании. Под присмотром морского попечительского совета и под присмотром отдела по наблюдению за промысловой рыбой океанариума Монтерей-Бэй. Я уже упоминал на лекции, они четко сказали, это то, что они делают. Обычное наблюдение вместо агрессивной остановки. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, приблизительно 3/4 всех рыбных угодий полностью опустошены. Не так уж и много осталось рыбных угодий, которые можно считать здоровыми экосистемами. В речи Энди на TED о мировом питании, улов рыбы в 1988, как вы и подтвердили, достиг пика в 85 миллионов тонн. Как возможно продолжать ловить по 100 миллионов тонн вплоть до 2050-го, независимо от того, ферма это или океан, если на каждый килограмм рыбы, который вы вылавливаете, получаете 5 килограммов другой рыбы? Независимо от того, пруд это или океан. Как это может быть экологически устойчивым? Дело все в том, что существует огромное количество природного воспроизводства, которое, как вы знаете, выходит из океана постоянно. Мы поднимаем по конвейерной ленте океанов все те древние тысячелетние питательные вещества, и наша экосистема превращает это в рыбу. Да, они едят друг друга, и мы теряем часть продукции на каждой ступени пищевой цепи, но получаем больше каждый год. Вы можете ловить рыбу, а в следующем году ее будет еще больше. И если делать это правильно, без удара по основному механизму, то можно сравнить с жизнью на проценты, понимаете? До тех пор, пока вы не уменьшаете капитал. Если вы инвестируете во что-либо до тех пор, пока вы не расходуете капитал, ваши проценты будут высокими. В принципе, на эти проценты можно жить вечно. С рыбой то же самое. Учитывая население Земли, то, как сегодня обстоят дела, когда 75% угодий истощено, количество рыбы стремительно уменьшается. Мне понравилась ваша аналогия с деньгами. Только мы давно уже не живем на проценты, мы по уши в долгах. И если население планеты пытается жить как семья, на определенную сумму денег, то население увеличится на 35%, до 9 миллиардов людей. Верно. Не пора ли подумать? Эй, может, хватит тратить деньги? Да, хватит есть рыбу. Хорошо, но если возможно восстановить капитал,
Любое рыболовство уничтожает не только какой-то один вид. Получается так, что оно серийно уменьшает количество рыбы определенного промыслового вида и тут же берется за следующий вид того же рыбного угодья. Это называется серийное исчерпывание. Удачное название. В этом процессе мы теряем рыбу. Не только какой-то отдельный вид, но и следующий на очереди. Разрушительный механизм. Исчезают не только виды, надо обязательно помнить. Разрушается их естественная среда обитания. Они придумали термин «сбалансированное рыболовство», чтобы люди не переживали, что едят рыбу, и продолжали вылавливать ее из океана. В то время как наша позиция сбалансированного рыболовства не существует. Рыбу нельзя назвать возобновляемым источником белка для питания людей на планете. Для всех нас, живущих на планете, это просто нереально. Люди не хотят слышать. Это заставило бы их сделать что-то, отказаться от чего-то. А большинство не желает ничего менять. Они об этом молчат, так как не хотят навязывать людям определенное поведение. Но на данный момент мы все должны обладать такой информацией. Надо понимать и что-то предпринимать. Основатель общества, капитан Уотсон, любит говорить: «Мы умрем, если умрет океан». Это не просто красивые слова, это правда. Возможно, такими же темпами мы разрушаем и экосистему тропических лесов мира. Они, по сути дела, являются легкими планеты. Леса вдыхают углекислый газ и выдыхают кислород. Ежесекундно исчезает 0,4 гектара тропического леса. Главная причина – пастбища и выращивание кормов для животноводства. Это как одно футбольное поле в секунду. Установлено, что ежедневно исчезает до 100 видов растений, животных, насекомых из-за уничтожения тропических лесов. Какова основная причина уничтожения тропических лесов? Деятельность человека в тропических лесах. Или заготовка леса, или сельскохозяйственный бизнес. Основные причины зависят от расположения лесов. Но главная причина в том, что мы используем природные ресурсы в индустриальном масштабе. На сайте Общества защиты тропических лесов я не увидел ничего по поводу крупного рогатого скота, но узнал, что ведется крупная кампания против использования пальмового масла. Из-за пальмовых плантаций с огромной скоростью исчезают леса в Индонезии. Около 11 миллионов гектар леса исчезли из-за добычи пальмового масла. Однако животноводство и выращивание кормовых – причина потери 55 миллионов гектар леса. Меня поразило, что на сайте они не включили выращивание крупного рогатого скота как одну из четырех ключевых проблем. Вместо этого они сосредоточили свои усилия на пальмах, бумаге, угле и битуминозном песке. Как можно не упомянуть основную причину исчезновения лесов? Я терялся в догадках, почему они заостряют внимание только на ископаемом топливе, но не на выращивании скота. Чье влияние больше, ископаемого топлива или животноводства? Не понимаю, почему следует выбирать что-то одно? Интересно знать, что важнее. Я точно не знаю. Может ли исполнительный директор одной из крупнейших в мире групп защиты тропических лесов не знать, в чем дело? Еще хуже, если они это специально скрывают. Если да, то почему? Я обратился в Организацию защиты Амазонки, чтобы узнать о ведущей причине уничтожения тропических лесов. Наиболее биологически и культурно разнообразные места на планете сейчас находятся под большой угрозой. Леса Амазонки могут исчезнуть в следующие 10 лет. Какова основная причина их уничтожения? Основная причина уничтожения лесов... Я бы сказала, в контексте того, над чем работает организация, существует столько различных факторов и столько различных причин и путей уничтожения лесов. Самыми распространенными разрушителями являются так называемые мегапроекты — нефти и газопроводы, добыча ископаемых. Такими мегапроектами являются плотины,
Мы даже не говорим о... Было ощущение хождения по кругу со всеми этими организациями. Как будто я нахожусь в сумрачной зоне коровьего заговора, где о коровах говорить запрещено. Невероятно, что все организации не могли назвать основную причину уничтожения лесов. Пришлось спросить еще раз. Трудно сказать, что является ведущей причиной вырубки лесов Амазонки. Тут и нефть, и газ, и добыча ископаемых, и плотины, и сельское хозяйство. Но если говорить об использовании земель, то по количеству уничтожаемых... Если говорить обо всем в сравнении, все ведущие причины уничтожения лесов, из-за которых вырубается большее количество деревьев, я думаю, это, несомненно, сельское хозяйство. К сожалению, одна из основных причин для бразильской Амазонки — сельское хозяйство. В частности, пастбища для скота и выращивание сои. В этом все дело. В этом все дело. Почему, как вы думаете? Никто из Гринписа, никто другой не рассказывает историю целиком. Историю об основной причине вырубки лесов? Да. Вы верно упомянули некоторые моменты, почему никто этим не занимается? В Бразилии, в частности, если вспомнить, что произошло после принятия лесного кодекса, люди, противостоящие лоббистам и интересам, особым интересам животноводства, что с ними случилось? Те, кто выступал, были убиты. Если посмотреть, ведь были Зе Карлос, Клаудио, те, кто выступал и говорил, что разведение скота разрушает Амазонку. И многие из тех, кто выступал против, Дороти Стэнк, монахиня, что жила в штате Пара, ее ведь убили. Многие выступают против, а многие не открывают рот, ведь они не хотят следующими получить пулю в голову. Сестра Дороти Стэнк, монахиня родом из США, поселившаяся в сердце тропических лесов Бразилии. Делом ее жизни стала защита Амазонки. Она открыто выступала против уничтожения тропических лесов, против ранчо для разведения скота в течение многих лет. Однажды ночью, возвращаясь домой, она была жестоко расстреляна, в упор, наемником скотоводов. Американская монахиня убита из-за выступлений против разведения скота. Более 1100 активистов были убиты в Бразилии за последние 20 лет. После того, как в Greenpeace мне отказали в интервью, я написал им снова, упрашивая пересмотреть решение. Greenpeace ответили следующее. «Я боюсь, что мы уже изучили все варианты помощи вам. На этот раз мы не сможем принять участие». Вы упомянули, что также говорили с Океаной. Я уверен, что они смогли дать вам нужную информацию о проблемах, связанных с Океаном. Спасибо, что обратились к нам. Невероятно. Из-за того, что в Greenpeace отказались давать интервью, я должен был искать ответы в другом месте. Там происходит что-то подозрительное. К счастью, я нашел бывшего члена правления Greenpeace, который теперь открыто говорит об индустрии. Природоохранные организации, как и другие организации, не говорят правды о том, что миру нужно от нас, как от вида. Это раздражает, ведь информация находится у них прямо перед глазами. Это задокументировано в рецензируемых статьях и журналах, которые находятся в свободном доступе. Природоохранные организации отказываются действовать. Вы не найдете ни в их установках, ни в описании миссии Гринписа, что важно, как мы питаемся, что животноводство является проблемой. Они отказываются, как и другие природоохранные организации, обращаться к этой проблеме. Сообщество зеленых подводит нас, они подводят экосистемы. И мне очень неприятно видеть то, как они это делают. Совет охраны природных ресурсов — лучшая защита Земли. Хорошо, на самом деле у них есть несколько статей на тему животноводства. Animal agriculture.
Основная причина ухудшения состояния окружающей среды — это загрязнение. Слишком много двигателей работают одновременно во многих местах мира. В 2009-м институт World Watch предъявил отчет, следуя которому животноводство вызывает 51% выбросов парниковых газов, а транспортный сектор — около 13%. И цифры чуть меньше были в докладе ООН — около 18-30%, что больше, чем у всех средств передвижения вместе взятых. По стране? В мире? Или по стране? Во всем мире, да. Я думаю, что производство энергии и транспорт все еще являются главными причинами. Поэтому, я думаю, я не хочу это комментировать, потому что я не знакома с этими данными. Итак, не цитируйте мою следующую фразу, но это коровы на пределе. Это я правильно понимаю? Это то, что вы имели в виду. Я думаю, это выпускаемые коровами газы. Это только часть истории. Производство метана коровами и метеоризм сельскохозяйственных животных — одна из главных проблем. 550 миллиардов литров метана в день, но в основном из-за вырубки лесов и отходов, которые они производят, что в 130 раз больше отходов, производимых людьми. И практически все отходы не проходят очистку. У Совета охраны природных ресурсов есть продовольственная программа. Мы каждый год вручаем премию «Вырастим зеленое» и отмечаем инноваторов в сфере питания. В прошлом году одним из призеров стал производитель экологической свинины, который не использует никаких антибиотиков. Если говорить об использовании антибиотиков для производства еды в промышленности, в Соединенных Штатах мы делаем большинство антибиотиков, даем их здоровым животным. Я хотел посетить одну из этих экоферм. Нашел ферму Маркегардов, где выращивают коров, питающихся настоящей травой, на цветущем туманном побережье Калифорнии. Я познакомился с Эриком и Донигой Маркегард и их четырьмя детьми. Ли и Ларри обычно просыпаются в 6 утра и идут доить коров, кормить свиней. Всего у нас 1820 гектаров пастбищ. На этой ферме мы живем. И это наш дом. Тут 385 гектаров. В среднем это одна корова или корова с теленком на каждые 4 гектара. Ежегодно мы производим около 35 тысяч килограмм готового к потреблению мяса. Мы держим около 10 свиней на участке в 20 гектаров и перемещаем их по пастбищам, размер которых составляет 4 гектара. Некоторые люди думают, что свиньи грязные и мерзкие, но мне они нравятся. Они узнают людей, они могут быть друзьями, они хорошие. Они могут стать вам лучшим другом. Или они могут стать вам братом или сестрой. Видите, они узнают вас, когда познакомитесь с ними поближе. Конечно, я не должна к ним привязываться, но у нас должны быть хорошие свиньи. Почему ты не должна к ним привязываться? Ну, потому что они станут беконом. Этим свиньям уже по 7 месяцев. Поэтому вот этих больших скоро зарежем. А те две маленькие должны подрасти еще пару месяцев. Я люблю животных, поэтому я работаю в мясном бизнесе. Это то, что большая часть общества должна увидеть. То, что эта упаковка мяса — это живое существо. Живое существо, которое дышит, которое... Да, это тяжело, но, как Донига сказала ранее, мы делаем это, потому что любим их. Земля, используемая в промышленном животноводстве,
составляет 0,81 гектар на корову. Вплоть до... Это не такое изобилие, как здесь, до 14 гектаров. У нас есть ферма в Южной Дакоте в 20 гектаров. 20 гектаров? Да, около 20 гектаров. А почему так? Да, то же самое. Там была ферма, в земле отсутствовал азот, землей злоупотребили. Да, сезонная. Возможно ли и практично ли сказать всему миру, кормите свой скот травой? Я хочу сказать, в Бразилии, например, около 80% тропических лесов было уничтожено под пастбище. Что вы об этом думаете? Они не должны есть говядину, если их окружающая среда не предназначена для ее выращивания. Они не должны ее есть. Верно. Как вы компенсируете углеродный след животноводства? Нам... Не кажется, что у такого животноводства есть углеродный след. Я уехал оттуда в замешательстве. То, что скот, пасущийся на лугах, не имеет углеродного следа, может иметь смысл. До тех пор, пока я не сложил вместе данные об использовании земли и населения. Если использовать схему разведения животных Маркегарда, необходимо 1820 гектаров земли для получения 36 287 килограмм мяса. А средний американец потребляет 95 килограмм мяса в год. Если бы все коровы питались только травой на ферме, они смогли бы прокормить 382 человека. 4,73 гектаров на человека умножить на 314 миллионов американцев выходит 1,5 миллиарда гектаров пастбищ. К сожалению, в 48 континентальных штатах всего 0,8 миллиарда гектаров. На данный момент почти половина земель США используется для нужд животноводства. Если переключиться на говядину, питающуюся травой, необходимо будет вырубить каждый квадратный метр в США, захватив территорию Канады, всю Центральную Америку и часть Южной. И это только чтобы удовлетворить потребность США в мясе. Однако в этих цифрах не принимается во внимание то, что большая часть земли не приспособлена для пастбищ. Пришлось бы горные местности засадить травой, вырубить древние леса и национальные парки, снести все города, чтобы коровам было где пастись. Как и Бразилия, США не подходит для удовлетворения собственных потребностей в мясе. Животное, вскармливаемое травой, растет 23 месяца до забоя, а вскармливаемое зерновыми – 15 месяцев. Это еще 8 дополнительных месяцев использования воды, земли, кормов, отходов. С точки зрения углеродного следа, эта разница огромна. Оказывается, из-за землепользования выращивать скот на траве даже менее экологично, чем в условиях интенсивного животноводства. Пришлось смириться с фактом, что без вреда окружающей среде невозможно вырастить достаточное количество животных для удовлетворения потребностей человечества в мясе. Такие же сомнения возникли и по поводу молока. Я решил пообщаться с ведущим производителем органических молочных продуктов. Для производства молока необходимо многое. Корм, вода, земля. Может, не очень практично ожидать, что такая продукция, не приносящая вреда природе, накормит весь мир. Я просто не думаю, что это обязательно данность. Слишком наивно рассчитывать, что можно экологично накормить мир молочными продуктами. Я не знаю ответа, но здравый смысл говорит, что это практически невозможно. Меня шокировал такой честный ответ. Если генеральный директор говорит такие вещи, интересно было бы послушать простого фермера. Если судить по их рекламе, фермы – оазис для коров. Это оказалось не тем, чего я ожидал. Обычно в день корова съедает 64-68 килограмм корма. 64 килограмма? 64-68 килограмм корма каждый день. И потом она выпивает от 114 до 151 литра воды. Боже. Вероятно, тонн 20 в неделю. 20 тонн зерна в неделю. 20 тонн зерна на... В первую очередь на молочных коров. Около 250 коров. Да, важнейшая часть бережного природопользования для меня то, что должно быть самым главным – прибыльность.
Как весь этот процесс происходит от начала до конца? Чтобы корова начала давать молоко, у нее должен родиться теленок. Он у нее появляется и остается с ней 2 дня. Потом телят отправляют на ферму, где их будут выращивать. Каждого посадят в индивидуальную клетку, где он будет расти. Так как у нас молочная ферма, только телята-девочки будут давать молоко. Телята-мальчики в обычных молочных фермах продаются на говядину. Но мы оставляем около половины и выращиваем их в течение 2 лет. Потом продаем как органическую, выращенную на траве говядину. Так все молочные коровы рано или поздно идут на говядину. Да. В какой-то момент корова начинает давать меньше молока. Тогда приходится принимать деловое решение. Будешь ли ты продолжать вкладываться в нее, чтобы она давала молоко? Или продаешь на другую молочную ферму, или на говядину? Очень мало где на планете такая среда. Однако спрос на молочный белок будет только расти. На Земле недостаточно места для молочного производства такого типа. Среда будет неподходящей. Такой Земли просто нет. С глобальной точки зрения, выводом будет, молочные продукты не экологичны. Если только мы не собираемся начать сносить дома и на их месте пасти коров. А это возможно только если станет меньше людей. Но мы прекрасно понимаем, что население будет продолжать расти. Будет больше коммерческих ферм, я уверен. Либо надо снижать спрос. На смену могут прийти другие продукты. Мы постоянно видим на прилавках разные виды соевого и миндального молока, да и другие продукты начинают появляться. Различные смеси, знаете, соки с протеинами. Этого будет все больше и больше. Он был прав. Как может производство молока быть ресурсосберегающим? Чтобы произвести 1 литр молока, необходимо 1000 литров воды. Изучая пастбищное скотоводство, я наткнулся на исследование Алана Савари. Почти треть планеты становится пустыней, во многом из-за пастбищ. Но Савари утверждает, самый эффективный способ остановить опустынивание — создание еще большего количества пастбищ. Это напомнило мне заявление Океаны о том, что для спасения рыбы необходимо ее есть. Этот самый человек в 50-е годы работал исследователем в отделе охоты Зимбабве. Несмотря на научные свидетельства, он придумал теорию, согласно которой опустынивание происходит из-за слонов. Его теория убедила правительство уничтожить 40 тысяч слонов. Однако, после 14 лет безжалостного истребления, условия только ухудшились. Теория была неверна. Отстрел, наконец, кончился. Но после того, как были убиты десятки тысяч слонов и их семей, я бы не стал советоваться с ним по поводу экологии. Оказывается, скотоводство демонстрирует тот же эффект на дикую природу США. Правительство массово отлавливает лошадей. Сейчас у нас 50 тысяч диких лошадей и ослов находятся на государственных угодьях. Это больше, чем количество свободных животных на полях. Некоторые фермеры пасут скот на общественных землях по гораздо более низкой цене. Получают огромную налоговую субсидию. Это около 1/15 существующих расценок. И потом Бюро землепользования решает, сколько корма и воды находится на земле. Какое-то количество отводится коровам, которые для них дикие животные. Что-то остается диким лошадям и ослам. И мы видим, что львиная доля урожая воды идет животноводству. Но потом они начинают обвинять лошадей и ослов. «О, слишком много лошадей и ослов, давайте их отловим». Я всегда говорю, что лошади и ослы — такие же жертвы управления нашими общественными землями в целях животноводства. То же происходит и с убийствами хищников. Сейчас под прицелом у фермеров — волки. Им надо от них избавиться. Вертолет Департамента сельского хозяйства используется для отстрела хищников с воздуха. Фермеру надо просто позвонить и сказать, «У меня тут койот появился». Из департамента прилетают и отстреливают койота. Они также отстреливают кум и рыжих рысей. И все ради фермеров. После того, как в штате Вашингтон выяснилось, что на скот кто-то нападает, на общественных землях, где его пасли по разрешению, в правительстве штата решили отстрелять целую стаю волков.
Волки не были завезены. Все они мигрировали из Канады. Их там больше нет. Все начинается на местном уровне, от Бюро природопользования, и идет до Конгресса. И вот мы видим, что Конгресс содействует продолжению такого рода управления нашими общественными землями. Это все настойчивость и сила лоббирования животноводческой промышленности. Если и дальше волков продолжат убивать, популяция хищников будет поддерживаться на низком уровне, что очень плохо для экосистем. Я видела столько разнообразных земель, столько экологических заключений из Бюро землевладения, где они заявляют, что ряд земель не соответствует стандартам. И они говорят прямым текстом, что выпас сельскохозяйственных животных является причиной несоответствия стандартам, но они все равно будут продолжать разрешать выпас. Они сами заинтересованы в том, чтобы собаки загоняли пум на деревья, чтобы уменьшалось количество волчьих стай, чтобы сезон охоты был открыт круглый год, и капканы расставляют таким образом, чтобы животные страдали. Если кому-то не безразличны дикие лошади, дикая природа, общественные земли и экология, то нельзя игнорировать животноводство, то негативное влияние, которое оказывает пастбищное животноводство на наши общественные земли на Западе. Я подсчитал стоимость производства кормов. На самом деле производители не окупают себя. Существуют скрытые расходы, которые ложатся на общество. Это отрасли здравоохранения, ущерб окружающей среде, субсидии, ущерб рыбным угодьям, жестокость. Если бы оплата этих скрытых перенаправленных расходов, составляющих 414 миллиардов долларов, легла на мясомолочную промышленность, если бы они за все это заплатили, то розничная цена на мясную и молочную продукцию сильно бы взлетела. Упаковка яиц за 5 долларов стоила бы 13. Биг Мак за 4 доллара стоил бы 11 долларов. Проблема с перенаправленными расходами в том, что они возлагаются на общество. И без разницы, едите вы мясо или нет, всеядны вы или питаетесь растительной пищей, вы платите часть расходов чьего-то потребления. Так что, когда кто-то идет в Макдональдс и покупает Биг Мак за 4 доллара, существуют другие затраты в 7 долларов, которыми облагается общество. Я плачу, и вы платите. Вне зависимости, едите вы мясо или нет. Если посмотрите, кто получает прибыль, кто лоббирует интересы агрокультуры и кто крупнейшие производители продуктов питания в стране и крупнейшие производители мяса, а так как они стали очень большими и богатыми, они могут диктовать федеральную политику в отношении производства еды, потому что у них есть необходимая политическая сила. Не поэтому ли Эл Гор, будучи вице-президентом, никогда не поднимал вопрос о животноводстве и не упомянул о нем в своем фильме «Неудобная правда» или в его организации «Проект «Климатическая реальность»»? Была ли правда слишком неудобной даже для него самого? Я чувствовал, что меня подвел человек, изначально вдохновивший меня на это все. Я знал, что должен был поговорить с группой, лоббирующей интересы животноводства, чтобы услышать их точку зрения. Если они могут заставить правительство молчать, они, возможно, влияют и на природоохранные организации. Альянс животноводства – одна из крупнейших групп, лоббирующих их интересы. Члены Greenpeace не хотят давать нам интервью, но члены Альянса животноводства согласились на него. Это уже о чем-то говорит. Люди слышат слово ГМО, и этот термин действительно пугает. Представители сельского хозяйства не могут объяснить, что это значит по правде. Мы просто использовали технологии для достижения прогресса, для выращивания сельскохозяйственных культур и животных. Мы не сможем накормить мир так, как делали это 100 лет назад, когда все животные паслись на лугах. Мы взяли животных и поместили их в загоны, внедрили крупные вертикально интегрированные системы, не только ради окружающей среды. Это, безусловно, снижает воздействие на нее, но одновременно повышает благосостояние животных и безопасность пищевых продуктов. Вы хотите сказать, что животным больше нравится находиться в загонах? То есть курицам и коровам нравится находиться в загонах так же, как быть на пастбище и питаться травой? Во многих случаях это значительно улучшило их благосостояние с точки зрения ухода, который они получают, индивидуального ухода. Мясная и молочная промышленность когда-либо поддерживала некоммерческие организации по защите окружающей среды? Я не уверена, хочу ли я комментировать. Да, я не знаю. Не думаю, что мы знаем, давали ли им деньги.
Поддерживает ли мясная и молочная промышленность, скажем, организацию Greenpeace? Опять, я не уверена, что мне удобно отвечать. Здравствуйте. Простите, что не перезвонили вам раньше. У меня для вас плохие новости. Мы больше не сможем спонсировать ваш проект. У нас было совещание, и в связи с растущей полемикой вокруг данного вопроса у нас появились некоторые беспокойства, и мы вынуждены выйти из проекта. Почему эта тема оказалась такой спорной? Первым человеком, с которым я решил поговорить, был Говард Лиман. Когда-то скотоводы подали на него в суд из-за того, что он сказал правду о животноводстве на шоу Опры Уинфри. Я родился на крупнейшей молочной ферме в штате Монтана в 1938 году. Я всю жизнь провел на животноводческой ферме. Поступил в университет штата Монтана и получил диплом в области сельского хозяйства. Вернулся и начал мое предприятие. У меня было 4000 гектаров посевов, 7000 голов скота и около 30 рабочих. 45 лет своей жизни я посвятил животноводству, так что я знаю, как это делается. Когда был на шоу Опры, действовал закон о дефамации, черном пиаре продовольствия. На мой взгляд, закон был антиконституционным, но главная его мысль в том, что было противозаконным. Говорить что-то заведомо ложное о скоропортящихся продуктах. Я не сказал ничего заведомо ложного на шоу Опры Уинфри. Я пришел туда и сказал правду. Но потребовалось 5 лет и сотни тысяч долларов, чтобы, наконец, отделаться от судебных исков скотоводов. Но если бы я пришел на шоу Опры Уинфри сегодня и сказал те же вещи, что и тогда, я был бы признан виновным. Когда речь шла о законе о дефамации в отношении продуктов питания, имело значение, сказал я правду или солгал. Сегодня вы можете прийти и сказать правду, и вас признают виновными. Потому, если вы подорвете прибыли животноводства. Будете признаны виновным согласно патриотическому акту. Думаете, мы должны о чем-то беспокоиться при съемках этого фильма? Конечно. Если до вас еще не дошло, что вы кладете свою шею на плаху, знаете, лучше вам взять эту камеру и выбросить подальше. Животноводство – одна из наиболее влиятельных индустрий планеты. Я думаю, многие в стране осведомлены о влиянии денег и о политической индустрии, и мы это четко прослеживаем с животноводством в частности. Большинство шокирует информация о том, что борцы за права животных и борцы за экологию являются главной угрозой внутреннего терроризма, согласно ФБР. Но почему? Сложно ответить, почему эти группы на первом месте у ФБР. Я думаю, главную роль играет их численность. Ведь они больше, чем любое другое социальное движение сегодня, являются прямой угрозой для корпоративной прибыли. Знаете, когда мы пытаемся выяснить, как фермы, фабрики и животноводство в целом загрязняют окружающую среду, они начинают требовать изъятия этой информации под предлогом национальной или общественной безопасности. Вопросы с торговыми марками – это секрет ведения бизнеса. Все попытки держать людей в неведении того, что они на самом деле творят. Одна из крупнейших отраслей, влияющих на экологию, держит нас в неведении о том, как она работает. По закону о свободе информации мы получили документы из раздела о борьбе с терроризмом, в которых говорится о том, что мои лекции, интервью на телевидении, в том числе и это, мой сайт и книга проверяются. Рискуем ли мы, снимая и показывая это? Вы идете против людей, у которых есть огромные юридические ресурсы. Я говорю о несметном количестве денег в их распоряжении, а у вас нет ничего. Но я также думаю, что устрашение является немаловажной частью их тактики. Уилл был прав, а я был напуган. Когда я узнал об активистах, которых убили в Бразилии, я обеспокоился, но чувствовал себя вдалеке от этого. Но узнать об американских активистах и журналистах, являющихся мишенью для индустрии и ФБР, мне в финансировании отказали, я был по-настоящему обеспокоен и решил возвращаться домой. Именно поэтому никто не хотел говорить о проблеме. Я решил предпринять хоть какие-то меры предосторожности со всем отснятым материалом.
Я был более чем напуган, чтобы даже предположить, что могло бы произойти. Продолжи я этим заниматься. Казалось, единственным правильным выходом было выключить камеру и уйти. Но потом я осознал, что проблема намного значимее, чем какие-либо волнения о своей персоне. Все живое на Земле находится на грани из-за нас. Или ты живешь ради чего-то, или умрешь ни за что. И у меня на самом деле нет выбора. Я решил подчиниться, но не страху, а делу правды. Я не могу быть таким, как все эти экологические организации, и сидеть молча, пока планету сожрут прямо у меня на глазах. Нужно занять определенную позицию и продолжить. Кто-то скажет, что на самом деле проблема не в животноводстве, но в перенаселении планеты. В 1812-м на планете жил 1 миллиард людей, в 1912-м было 1,5 миллиарда. И только за последние 100 лет наше население стремительно выросло до 7 миллиардов. Эта цифра справедливо привлекает такое огромное внимание. Но есть данные важнее, данные, отчасти определенные населением планеты. Это 70 миллиардов сельскохозяйственных животных, выращиваемых ежегодно для еды. Человечество выпивает 19 миллиардов литров воды ежедневно и съедает 10 миллиардов килограмм еды. Давайте сравним с одними лишь коровами, 1,5 миллиарда которых выпивает 170 миллиардов литров воды ежедневно и съедает 61 миллиард килограммов еды. Это не проблема народонаселения, это проблема населения, поедающего животных. Организации по охране окружающей среды на это не обращают внимания. Это как если бы здравоохранительные организации, пытающиеся остановить рак легких, не обращали бы внимания на проблему курения. Но вместо пассивного курения имеет место пассивное питание, влияющее на всю планету. Сейчас мы выращиваем достаточно еды, чтобы прокормить от 12 до 15 миллиардов людей. На планете нас 7 миллиардов. Как минимум 1 миллиард людей голодает каждый день. По всему миру 50% зерновых и бобовых, которые мы выращиваем, уходят на корм животным. Таким образом, они съедают огромное количество зерновых и бобовых. В США цифры колеблются от 70-80, в зависимости от вида зерновых, и около 90% соевых бобов. 82% голодающих детей живут в странах, где еда идет на корм животным в системе животноводства, которых убьют и съедят более обеспеченные люди в развитых странах, таких как США и Европа. Фактически, сегодня мы могли бы обеспечить каждого человека на планете достойным питанием, если бы не забирали ту часть еды, которой мы кормим животных, а превратили ее в пищу для людей. И кто-то еще пытается оправдать использование ГМО. Это словно дать тонущему человеку глоток воды. Вы можете производить в среднем в 15 раз больше белка на растительной основе, чем животного, в любой местности, используя тот же вид земли, будь то очень плодородная земля или истощенная земля в любой части мира. Если уменьшим количество мяса, молочных продуктов и яиц, что мы едим, мы сможем превратить все монокультурные поля геномодифицированной кукурузы и сои обратно в леса, создать среду обитания для животных. Знаете, когда кто-то говорит, что мы не можем выращивать еду для людей на земле, где мы выращиваем корм для животных, это тот, кто... Возьмем самую популярную в Калифорнии сельскохозяйственную культуру. Фактически, если вы можете выращивать кукурузу, чтобы затолкать ее в горло животным, вы также можете выращивать кукурузу и кормить ею людей. Вы побуждаете людей есть меньше мяса ради сбережения ресурсов и охраны окружающей среды. И животных. А также работников этой системы. Это жестокая система на всех уровнях. В то время как население планеты продолжит увеличиваться почти до 9 миллиардов людей. Можете ли вы предвидеть, что однажды мы можем окончательно отказаться от мяса? Не знаю, сможем ли мы отказаться окончательно, но думаю, что количество мяса в нашем питании существенно уменьшится. Нет возможности обеспечивать ежедневно 255 грамм на каждого человека. Это количество мяса, которое американцы употребляют сейчас. Если китайцы решат, что им нужно такое же количество, а они уже это решили, то мы просто не сможем. Нам целого мира не хватит, чтобы вырастить столько зерновых, чтобы производить столько мяса. Я считаю, что растительная диета является наиболее экологичной. Что бы вы порекомендовали 9 миллиардам людей,
в плане питания, чтобы планета не просто поддерживалась, а процветала. Не могли бы вы назвать цифру в граммах? 28 грамм мяса, включая молочные продукты? Да, не уверен, знаю ли я. Да, будет что-то около 56 грамм в неделю. Знаете, так же, как сейчас, мы есть не будем. Мы объедаемся мясом, мы едим огромное его количество. Сыр тоже входит сюда? Да, да. 56 граммов всего? Да, включая сыр и молоко. Всего 56 грамм в неделю кажется ничем. Люди, вероятно, могли бы выращивать в своих собственных дворах. Возможно, это было бы вполне экологичным решением. У меня 42 утки, а начинал я с 3, 3 года назад. Но потом это переросло в целую популяцию. Я покупаю 34-килограммовый мешок зерна. И его хватает на пару недель. Уткам, которых мы будем резать, 2 года. Когда ты живешь с ними, они привыкают к тебе. Знаете, они не особо боятся. Издают эти звуки естественно. Притормози. Полегче. Полегче, полегче. Хорошо. Нет, с тобой мы еще подождем. Рон, эти двое пойдут первыми. Смышленые? Ну, как курицы, они, вероятно, похожи. Вот это ничего, да? Ага. Да. Хорошо. Так. Сюда. Будет немного отвратительно. Как оно может быть все еще живой? Как оно может быть все еще живой? Нет, она не живая. Это нервы. Реакция нервов. 5 years old or something like that. Когда мне было 5 лет или что-то вроде того, мне кажется, это было первый раз, когда отец заставил нас смотреть, как он разделывался с кроликами. И мы выращивали пару дюжин кроликов каждый год. А потом брали этих кроликов и сдирали с них кожу. Чистили и хранили для еды. Я был маленьким, я был как-то... Не могу сказать, что это было тяжело, но что-то вроде того, насколько я помню. Потому что некоторым кроликам я давал имена. Но после нескольких раз вы просто привыкаете. Что это просто нужно сделать. Только не пальцы. Я просто не могу сделать это. Я не думаю, что смог бы попросить кого-то сделать это за меня, если я сам не могу. Если я не могу, то и не хочу, чтобы кто-то делал это за меня. И поэтому экология... С экологической точки зрения, 34 килограмма дают 900 грамм за... Так что 450 грамм в неделю на утку. 52 недели, 50... Так это же 50 килограмм пищи. За 450-680 грамм мяса. С точки зрения устойчивого развития, 100 к 1. И это зерно получается... Кто знает, откуда зерно? Но когда доходит до такого, это даже не об устойчивом развитии. Это было просто... Знаете, что-то мне нехорошо. Впервые увидел такое. Словно... Да... Я был настолько сконцентрирован на разрушениях, вызванных животноводством, до меня дошло, что я никогда по-настоящему не видел очевидной реальности, что каждое из этих животных было убито. Это всегда было отдельно, абстрактный факт приема мяса в пищу. Но когда стало личным, лицом к лицу, история изменилась.
Я планировал за неделю вперед съемки другого забоя на заднем дворе, забоя куриц, которые перестали нести яйца. Я не знал, как я смогу пережить еще один забой. И не смог. Место для животных. Ферма «Санктуарий» в Северной Калифорнии, которая занимается спасением животных от индустрии животноводства. Много людей не осознают, что выведенных для мяса цыплят, как этот парень за нами, обычно забивают, когда им исполняется 42 дня. В то время как кур, выведенных для производства яиц, убивают, когда производительность начинает снижаться, когда они начинают нести меньше яиц. А это происходит на 18-20 месяце жизни. И не имеет значения, покупаете ли вы яйца с обычных птицефабрик, или с ферм без клеток, или ферм, где животные свободно пасутся. Привет, Кэрол. Это не имеет никакого значения. Оказывается, есть довольно успешное движение по замене продуктов животного происхождения на более экологичные. Эти производители находятся прямо здесь, в Калифорнии, и финансируются такими знаменитостями, как Билл Гейтс и Биз Стоун. Когда курицы-несушки едят сою и кукурузу, у вас коэффициент расхода энергии 38 к 1. Тогда как альтернативно вы можете найти растения, вырастить растения и превратить их в пищу. Коэффициент расхода энергии для растений, что мы используем для замены яиц, составляет около 2 к 1 в сравнении с 38 к 1 для обычных яиц. Так, наша явная цель — создать максимальное влияние путем создания новой модели, которая сделает мировое производство яиц ненужным и устаревшим. Мы делаем продукты Омега, доказываем, что мы можем делать вкусную еду, которая полезна для вас. Это требует 1/20 земли и прочих ресурсов, используемых молочной промышленностью. Если есть волокнистая структура, удовлетворяющая вкус, белок и вся пищевая польза мяса без непосредственно животного белка, и при этом вы могли бы повлиять на изменение климата, эпидемии различных заболеваний, благосостояние животных, сохранить природные ресурсы, разве вы не пошли бы на такие изменения? А что если люди просто будут есть меньше продуктов животного происхождения, как в понедельнике без мяса? Когда вы отказываетесь от мяса только в понедельник, вы, по существу, вносите вклад в изменение климата, загрязнение, истощение ресурсов нашей планеты и гробите собственное здоровье. Только 6 дней в неделю вместо 7. Вы создаете ложное оправдание, очевидно, ошибочное оправдание тому, что вы делаете в те другие 6 дней. Иными словами, мы не должны почивать на лаврах от того, что вы поступаете правильно лишь 7-ю часть времени. Вы не можете быть защитником окружающей среды и продолжать есть животные продукты. И точка. Обманывайте себя, если хотите. Можете кормить свою пагубную привычку. Продолжайте. Но не называйте себя защитником окружающей среды. Я знал, что должен перестать есть все продукты животного происхождения. Я хотел помочь экологии планеты, но мне же нужно чем-то питаться. У меня были сомнения, ведь кроме обычной американской диеты я ничего не знал. Возможно ли вообще быть здоровым вегетарианцем или веганом? Возможно ли быть здоровым вегетарианцем или веганом? Я стал веганом, сейчас прикину, 32 года назад, и я пробегаю несколько миль каждый день. Езжу на велосипеде 60-80 километров по сельской местности. Я работаю долгие часы. Я чувствую себя прекрасно. Здорово просыпаться каждое утро в бодром теле. Многие, как и мои друзья и пациенты веганы, просто цветут, сменив диету на веганскую. Так что да, я видел мамочек-веганок, прошедших через здоровые веганские беременности, родивших здоровых детей-веганов и вырастивших их высокими, умными, взрослыми веганами. И да, в царстве растений есть все питательные вещества для этого. Это верно. Думаете ли вы, что кто-то должен употреблять молочные продукты? Я так не думаю. Подумайте об этом, о назначении коровьего молока. Я провел большую часть детства на молочной ферме в Висконсине. Назначение коровьего молока – превратить 30-килограммового теленка в 180-килограммовую корову как можно быстрее. Молоко коровы – это жидкость для роста теленка-малыша. Вот что это такое. И все в белой жидкости – гормоны, жиры, белки, натрий, факторы роста, инсулиноподобный фактор роста – все это предназначено, чтобы теленка разнесло до размеров большой-пребольшой коровы, иначе их бы там не было. И без разницы, льете ли вы его на ваши каши, как жидкость, сворачиваете ли вы его в йогурт, ферментируете ли вы его в сыр,
Замораживаете ли вы его в мороженое? Это жидкость для роста теленка-малыша. И женщины едят молочное, и это стимулирует их ткани, и у них появляется опухоль груди, это делает матку большой, и в ней возникают миомы, они кровоточат, и женщина зарабатывает гистерэктомию, и им нужны маммограммы, и у мужиков вырастает женская грудь. Это молоко коровы, лактационные выделения, крупного рогатого млекопитающего, у которого только что родился малыш. Это для маленького теленка. Я говорю моим пациентам, идите посмотрите в зеркало, у вас есть большие уши, хвост, вы маленький. Теленок, если нет, не употребляйте жидкость для роста теленка. На любом этапе жизни там нет ничего, что нужно людям. Было облегчением услышать, что мне не надо есть продукты животного происхождения, чтобы быть здоровым и даже процветать. Но я подумал, что нам все еще нужен животный навоз для органического сельского хозяйства. Оказывается, существует целое движение людей, выращивающие пищу без использования животных. Я посетил Earthworks Urban Farm в Детройте. Они работают и выращивают пищу для малообеспеченных слоев населения. Мы стремимся видеть себя как индивидуумов в пузыре, забывая, что мы населяем эту землю вместе с другими существами. Поэтому нам необходимо научиться делиться, я думаю. Джа здесь работает над его садом. Вы удивитесь, что можно вырастить на этом небольшом пространстве. Примерно 1,2 на 2,4 метра, да. Какова ваша цель в этом году? Насколько вы сможете увеличить урожай? Я бы сказал, около 45 по меньшей мере. 45 килограмм. Поразительно. За весь прошлый год, после того, как это было построено, мы удвоили свой урожай более чем 6350 килограмм пищи. 6000 килограмм на нескольких примерно гектарах, около одного. Так много пищи, как мы производим и выращиваем, или земля помогает нам выращивать, нам также необходимо возвращать эти питательные вещества обратно в почву. Мы думаем о нашей работе как о возрождающей, что мы отдаем столько же живительных веществ в землю, сколько и получаем. Намного безопаснее и полезнее использовать вегетарианский или растительный компост. Да, мы так считаем. Но также и потому, что занимает меньше времени, и с ним легче работать. Намного легче? Да. И почва также богата? Да, абсолютно. Вегано-органика или веганика не только более этична, она еще и более эффективна. И в обществе со многими миллиардами людей нам нужно быть как можно более эффективными. Кто-то посмотрит назад и скажет, вот если бы мы могли перейти на примитивный уклад с дикими животными повсюду, вернуться назад к системе охотников-собирателей, что звучит великолепно. Но там было 10 миллионов человек на весь континент. Возможно, немного больше, немного меньше, никто не знает точно. А сегодня, сейчас, что мы имеем? Мы имеем 320 миллионов только в США, 25 миллионов в Канаде, около 100 с чем-то миллионов в Мексике. Так Северная Америка насчитывает около 450 миллионов человек. Попытки уравновесить занятия животноводством с 450 миллионами голодных людей обречены. Поразительно, я не поверил, когда впервые изучал это, но еще 216 тысяч человек рождаются каждый день на планете. Каждый день. Экстраординарно. Но действительно экстраординарно то, что вам нужно в день 13,5 тысяч новых гектаров сельхозугодий. Этого не происходит. Чтобы прокормить одного вегана на протяжении года, требуется лишь 0,7 гектара земли. Чтобы прокормить вегетарианца, включая яйца и молочные продукты, требуется втрое больше. Чтобы прокормить среднего американца на диете высокого потребления, из мяса, молочных продуктов и яиц требуется в 18 раз больше земли. Это потому, что на 0,6 гектара земли можно произвести 17 тонн овощей, но всего 170 килограммов мяса. Сравнение не заканчивается на занимаемой площади. Веганское питание производит вдвое меньше углекислого газа, чем питание всеядного американца. Использует в 11 раз меньше ископаемого топлива, в 13 раз меньше воды и в 18 раз меньше земли. Сложив все, я понял, что у меня есть выбор каждый день. Сохранить 4000 литров воды, 20 килограммов зерна, 3 квадратных метра леса, эквивалент 9 килограммов углекислого газа и жизнь одного животного каждый день. Если бы все стали веганами и перестали употреблять животные продукты, перешли на диету растительного происхождения, что бы произошло? Если бы мы не убивали и не съедали всех коров, нам бы не пришлось разводить их, потому что мы разводим как коров, так и свиней, кур и рыбу. Разводим снова и снова, бесперестанно. Если бы мы их не разводили, нам не пришлось бы их кормить. Тогда не пришлось бы выделять столько земли.
подзерновые и бобовые и прочие, чтобы их кормить. Тогда лес мог бы вернуться. Дикая природа смогла бы вернуться. Океаны смогли бы вернуться, реки бы снова очистились, воздух бы вернулся, здоровье бы вернулось. Возобновляемые источники энергии, такие как солнечные и ветровые генераторы, для уменьшения воздействия на климат – отличная идея. Предполагается, что на это уйдет не менее 20 лет и не менее 18 триллионов долларов на разработку. Важно понять, что у нас нет времени. Мы только что упоминали, что речь идет о 4 годах, так что 20 лет у нас нет, и 18 триллионов долларов у нас нет. А другое решение изменений климата, мы могли бы перестать есть животных. Это можно сделать сегодня, и не надо тратить 20 лет и 18 триллионов долларов, ведь это ничего не стоит. Некоторые говорят, решите проблему с углекислым газом, потом беритесь за метан. Все наоборот, разберитесь с метаном, и тут же получите результат. Самое эффективное, что человек может сделать для окружающей среды, перестать пользоваться продуктами животного происхождения, то есть стать веганом. Никакое другое изменение стиля жизни не охватывает так широко, не влияет так же положительно на планету и всю жизнь на Земле. Вы осознаете, что 75% американцев считают себя защитниками окружающей среды? Вы не думаете, что мы не можем решить проблему в один миг? Я вот что скажу. Нам надо лишь, чтобы защитники придерживались собственных убеждений. И тогда у нашего мира появился бы новый курс. Мы не преуспеем, пока не прекратим заниматься животноводством. Под преуспеванием я подразумеваю момент, пока мы не сможем привести экосистемы к необходимому уровню, пока людям на Земле не будет хватать пищи, пока не удастся остановить глобальное потепление, пока не удастся прекратить загрязнение в мертвых зонах, в которые смывается азот. Со всех этих полей, на которых выращивают кукурузу и сою на прокорм сельскохозяйственным животным, пока мы не прекратим охоту на волков и других хищников. Органическое фермерство – шаг в верном направлении, но надо идти дальше, надо выйти за пределы органики. Надо выйти на самодостаточное развитие. Исключая из уравнения животноводства, мы убираем проблему парниковых газов. Уходят проблемы, связанные с безопасностью продуктов. Вы исключаете и другие побочные эффекты, связанные с нехваткой еды. Самое поразительное, на мой взгляд, возврат наших ценностей, таких как сострадание, целостность и доброта. Естественные человеческие ценности вернутся. Вы встраиваете их в систему нашего питания. И думаю, процесс пошел. Это поможет людям сделать паузу перед тем, как съесть яйцо, съесть бифштекс, съесть куриную котлету. И задаться вопросом, действительно ли они этого хотят, или они хотят большего. Я пришел к однозначному выводу. Единственный способ жить этично и экологично на этой планете с 7 миллиардами других людей – полный переход на растительную, веганскую пищу. Вместо того, чтобы есть других, я решил есть ради других. Поначалу, как и природоохранные организации, я боялся перемен. А теперь я этим наслаждаюсь. Все разговоры об экологии звучали, как будто наша планета подключена к системе жизнеобеспечения. Я не хочу, чтобы она просто выживала или поддерживалась. Я хочу, чтобы она процветала. Вопрос не в самодостаточности, а в способности к процветанию. Она так долго давала, теперь пора возвращать. 108% того, что у нас есть. Это приятное чувство. Все сходится. Это движение не только в обеспечении всех дешевой и доступной едой, но в духовном развитии. Движение в сторону понимания, кто мы такие, и как нам поддерживать связь друг с другом. Делайте, что можете, на пределе своих возможностей. Каждый день своей жизни. И вы умрете одной из самых счастливых личностей. Мы становимся частью набирающего обороты движения людей. Это происходит. На самом деле происходит. Это новое. Бескорыстие – прекрасный способ существования. Столько полезного для себя, для планеты и других людей. Это прекрасный образ жизни. И для экологии так лучше. Это всеобщей трансформации того, как наше общество питается, потому что это необходимость. Надо действовать, опираясь на знания. Позитивно и бережно влиять на планету. И на других людей, чтобы достигнуть лучшего качества жизни.
Мы можем этого добиться, но надо решиться. Вы можете изменить мир. Вы должны изменить мир. Скотозаговор. Текст читали Юрий Андреев и Зоя Болецкая. При поддержке группы «Кактус Тим».